Всем привет, меня зовут Лиза, и добро пожаловать ко мне на канал. Говорящий гусь из Atomic Heart в новом DLC уже покорил всех, кого мог, и в равной степени. Заебал! Весь этот хайп гусь получил благодаря куче отсылок в его репликах, но мне стало любопытно, так ли он интересен в английской локализации, ведь множество мемов и фраз понятны только русскоговорящему комьюнити. Начать хочу с двух фраз Дмитрия Куплинова. Я гусь, я до тебя доебусь! Я гусь! Я, пожалуй, съебусь. В английской версии они звучат так. I'm a goose and I'm coming for you. I'm a goose, I'm gonna cut loose. Тут смысл фраз не теряется, но сама суть появления и в чем их юмор будет непонятна зарубежному игроку. Fuck off, you dumbass son of a bitch. Данная фраза больше всего похожа на... Отъебись ты! Тупая скотина! А вот фраза «Откуда, черт возьми, ты взялся?» никак не изменилась. Where the hell did you come from? Далее момент с варежкой. А проебанная варежка-то у меня! Попробуй отними! Но в английской версии звучит так. Looking for that fucking glove, try and take it! Снова же, смысл фраз не изменен, но в английской версии как-то скучно звучит. Very dull bastard! Это явно переделанная фраза. Сказочный долбоеб. Вряд ли англоязычному игроку будет понятен наш мем, но, возможно, за границей есть похожие мемы, к которым будет отсылать эта фраза. Птица-говорун отличается умом и сообразительностью, но не Сережа. А вот это выражение полностью осталось нетронутым. Фраза про летающую соплю была чуть переделана. I saw a flying teardrop. What was it, a snot? Под одним из роликов про отсылки гуся был забавный комментарий, который сейчас разберем. А теперь представьте какого-нибудь блогера из Лос-Анджелеса, который на аудиторию несколько миллионов объясняет, что такое ловить маслину. Что касается маслины, вы будете разочарованы, ведь в английской версии фраза звучит так. I'm shocked. Oh, wait, never mind. Целиком и полностью теряется смысл фразы. Далее все оскорбления по типу «Рамудоблядская пиздохлоебина! Выебанный ты пирог, Нечаев!» и остальные звучат скучно и однообразно. You shit fucking bull bastard! Sick of this shit! Shut it, you scum! You're a creaking Sergey! You're a fucking bastard, Нечаев! Prick! Hog, you fucking shit heel! Prick! И особенно поясняет за отсылки на зеленый слоник. Я всю жизнь ждал, когда они начнут долго втыкать в наш лор. Вот только им не придется втыкать в наш лор, ведь фразы из зеленого слоника вообще вырезаны. Но тут есть и те фразы, которые я не встречала в игре на русской озвучке. Once upon a time there was a goose with beautiful golden feathers. Если я не ошибаюсь, это отсылка к сказкам братьев Гримм про золотую гусыню. Если же эта фраза встречалась и на русской озвучке, то поправьте меня в комментариях. Еще одна фраза, подвергшаяся кастрации. B1, B2, B3. Если в русской озвучке это звучало хоть как-то подкалывающе, то тут уж лучше бы просто убрали эту фразу. I won't hold a grudge. Go in peace and fuck yourself. Eat shit. И вот как объяснить фразу, я даже не знаю. Понятно, что это английская версия. Иди с миром, но в задницу. Но больно уж она грубая. Что касается фразы «не души гуся», то тут она также присутствует. Release the goose. Еще пара моментов, которые не встречались в русской озвучке. Escort quest. Sergey ate a cat. Come the moon. Some furry shat. Oh, crispy. Whatever. Shut the front door. Shut the front door – фраза для случаев, когда нельзя ругаться или материться. Вместо грубых форм «закрой рот» или «что ты несешь при детях» или «начальстве». Скучно переделана фраза. Если гусь молчит, то лучше его не перебивать. It's best not to disturb a quiet goose. И это все. Все остальное никак не отличается от русской озвучки, либо это идет цитирование понятных для русскоязычных зрителей мемов один в один, либо это цитаты, которые были понятны всем, например, как из Шерлока про IQ. Также я не услышала от гуся фразу про Флюгегенхаймен. В целом, сам гусь очень урезан, и те же оскорбления не звучали так интересно, как в русской озвучке. В общем и целом, прикол гуся смогут понять только русскоговорящие люди. А на этом ролик подошел к концу, спасибо за просмотр. Если не видели первые два ролика про гуся, то забегайте на канал. Также я регулярно провожу стримы, буду рада видеть вас и там. Всех целую, обнимаю, и всем пока.